Сегодня поднимали и в Центральном доме офицеров. Там прошел концерт авторской песни под девизом «Сохраним мирную Беларусь», который тепло встречали зрители. Участие в концерте мог принять любой желающий. Как отметили организаторы, профессионалов на сцене не было, но в каждом присутствовала частичка мастера. Очень много людей откликнулось. К сожалению, вот время у нас ограничено концерта, и многие не попали. Но мы еще будем планировать дальше нашу деятельность. Я думаю, что будет разрастаться. Вот попробуем на сегодняшнем опыте, скажем, подарить людям праздник, которого на протяжении 4 месяцев уже очень не хватало. Выступление артистов стало финальным аккордом масштабной субботней акции «За единую Беларусь». Автопробеги, флешмобы и митинги продолжаются и завтра. А сегодня отсюда, из сердца Минска, на весь мир еще раз гордо прозвучало «Мы за единую Беларусь».